Привет, друзья! А нас уже целый 1 миллион человек! Ура! На канале! И хотелось бы вам, конечно, сказать огромное спасибо за вашу поддержку и добрые слова, и за комментарии, и за донаты, и вообще, что остаетесь с нами, что вам интересна наша жизнь. Это очень круто. Будем стараться делать классные видео и дальше. Надеюсь, мы уже выстроим что-то с прямыми эфирами и будем общаться в живом времени. Все, всем огромное спасибо. Сегодня у нас будет праздничный обед или ужин. И прогулочка, и игрушечка. Все, мы всех любим. Огромное спасибочки еще раз. Я немножко простыла, так что такой голос и вид. Неожиданно нас настиг 1 миллион. Все, всех целуем. Всем пока-пока. Thank you so much. We love you. Я думала, что же интересного сделать из игрушки, из игрушек для Луняши. Новую игрушку покупать смысла нет. Все равно лучше клёпы не найти. Луняша любит туалетную бумагу, клёпу. Я решила сделать мумию из клёпы. Вот, не знаю, как у вас. В детстве постоянно конкурс у нас такой был, туалетной бумагой обмотать. Вот я здесь хочу такое же, то же самое сделать. Веселое для драния. Посмотрим, что получится. Вот что получилось. Туалетная клёпа. Прекрасный экземпляр. Я поняла, почему мы в детстве делали это все. Делали мумии из бумаги из набережных Челнов. Качество, конечно, не сравнить. Эти перфорированные кусочки все разрываются. Короче, некачественная мумия получилась. Надеюсь, Луняше понравится. А то так обычно стараешься, а им потом пофигу. Сейчас проверим. А это развлечение для Винюши готовится. Ее любимые шарики, которые можно лопать с бешеным азартом. Главный надуватель. Все. К празднику почти готовы. Какие красивые шарики. Даже жалко, что они проживут 30 секунд. Но мы их разделим. А то Луняша куда-нибудь сиганет от такого веселья. Угу, наш праздничный шарик. Даже без шариков. Вот такой странный подарок для Луняши. Не обращайте внимания на мой простывший голос. Говорю, как получается. Надеюсь, понравится. Главное, Веню первую не пустить, а то шарик проживет недолго. Ой, прелесть. Ой, ну тут, конечно. Давай. Ой, даже пописать некогда. Побежала сразу смотреть, что там у нее. Буся, что это такое? Что это? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну иди посмотри хоть поближе. Она такая, что-то непонятно. Издалека интересно было, а вблизи это не очень. Ну это... Машет тебе лапой шарик. Говорит, привет, Бусечка. Поздравляю с миллионом. Да, мы перевязали его на бревно. Потому что решили, что Буся клёпу. Бубочка. Бубочка такая скромняшка. Все что ли? Кракен вон рвется вообще в бой. Ой, что за скромная кошка? Картошка. А, она писать хочет. Не успела же. Побежала сразу смотреть. Буся, ты такая смешная. Все, пописала. Иди разбирайся. Иди разбирайся. Что это такое? Вот. Ух ты. Ой, ну ничего. Моя это, мумия. Моя мумия понравилась. Бубочка. Прикольно. Скажи, и клёпа, и туалетная бумага. Офигенно. Буся. 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 У-ху! Скажи,
хочу Венечку мою. Пустите, она плачет. А? Ой, она... Это посмотрите на эту истеричную собаку. Шарик висит уже сколько и еще не лопнул ни разу. Буся, конечно, такая на камеру. Показала, повеселилась и ушла. Говорит, вот вам бардак, как заказывали. Дальше сами. Пожалуйста, сидит там в кустах. Охотится на нас. Атак! От, шарик тебе! Блин, не снялась. Можешь отпускать кракена. Что? Выносите шарики, Венины. Веня! Ну, издалека. В общем, так вот. У зверей веселье такое. С Веней долго не повеселишься. Да, смотришь, у тебя Веня не съела. Давай, давай, сюда закидывай. У-ху! Так ты иди сюда, я спасаю, как могу. Беги, Форест, беги. До свидания. Больше мы его не увидим. Возможно, Веня и Вову лопнет. Они вернулись. Потеряли только один шарик. Буся сидит в кустах, наблюдает за всем этим сумасшествием. Это уже Венин праздник. Кидай сюда, в середину. Так она за тобой пойдет и скинется. Сиди, чуматоха. Все это тебе. Ну попробуй. Венечка, ну ты один самый главный шарик. Я слышала клац. О, какой шарик улетает, он же ему не лопнуть. Веня, ну... Какова истеричка. Я... Опа, молодец. Буся в шоке. Кошка в шоке. Говорит, нифига у вас тут веселье. Пошла-ка я подальше. Спрячусь. Буся за Веней с разных кустов наблюдает. Кинь ей один мячик, а один сюда. Подожди. Может, киса тоже что-нибудь придумает. Ага. Сейчас кракен увидит, что... Куда ты мой мячик? Это мне! Это мне! Кидай туда, и пусть бежит. Ой. Луняша говорит, я в вольер, до свидания. Обратно пойду. Ну давай, последний. А это не втерпёшь уже, и туда, и сюда сбегает. Веня, они же вниз летят, вот оттуда. Слушай, Венза, надо тобой электричество как-то вырабатывать. Все, ушла. Буся, я тебе приберегла два шарика. Иди посмотри, иди посмотри. Иди посмотри. Он такой, да Веня что-то переживает сильно. Венза! Говорят, что ты такая милая, воспитанная, адекватная собака. Давай, Бусял. Ой, Буся, такая скромняжечка. Я не могу вообще с этой кошки. Эти шарики не так уж просто вообще. Давай, давай.
Чё они? Же ветка мешает вообще-то. Мешает вот эта вот веточка, мешает. Давай я ее отломаю тебе, чтобы она не мешала. Все, не мешает. Пусть. Ты скромненькая королева вечеринки. Рот к сосне бы привязали, я бы за ним слазила. А то к кусту примотали и не поймешь. Что такой, такой трус маленький. Буся решила сверху на них забраться. Буся, ну мы привязали к сосне, но мы ж не пойдем в лес гулять со стремянкой. Яблочный кустарниковый леопард, который не ищет легких путей. Конечно, ты отсюда переберешься, птичка тоненькая. Вот она пытается до них добраться сверху, как истинная кошка. Ух эти шарики, как до вас добраться? Ну так, чтобы необычно. Ну ты раскорячилась вообще. Баба, молодец! У Вени сейчас инфаркт будет. Все. Все, прикончили все шарики. Молодцы. Веселая игрушка. Надо будет какую-нибудь подобную сделать. К Лёпе не очень удобно приматывать было туалетную бумагу. Ай-ай-ай, вот так вот. Вот так ему. Же и Клёпа, и туалетная бумага. Обалденно! Просто будто курицу поймал. Вот так вот, вот так вот, так потрошить. Класс! Да? Кайфушки. Замерли такие. Венза, ну не ешь его. Ты чё? Ну-ка, плюнь. Ты балда совсем. Всё. Ой, чумачечья. Говорит, это жевательная резинка. Держи. Это тебе подарочек. Все, надо убирать быстрее, пока этот кракен еще и не заживал их. Потом будет потом из попы пускать пузыри воздушные. Так, вот по традиции наш праздничный фуршет. Та-дам! Небольшой перекус. Винюши здесь немножко телятины, сырок, угощение для собак. Это угощение для кошек, но она тоже их любит. И маленький кусочек масла козьего. У Луняши также. Телятинка на закуску, немножко сыра, кусочек маслечка, кошачьи угощения и пластик мало-мало соленой семги. Пойдем их угощать. Праздник как-никак. Угощения в вольерчике будут. Мне не получится кормить их по очереди. Так что, Венза, держи. Буся, нет, твое вот, вот твое. Вот тебе, иди сюда. Не хочу Венина. Что вы такие вредные? Венза, иди сюда. Иди сюда. Можно, кушай. Ой, Лушечка по рыбке соскучилась. Уже схрумкала, да, один кусочек. Давай, я тебя угощу. Ой, рыбка вкусная. Рыбочка. Вкусная рыбка. Нет, не вкусная. Вот телятинка, скажи, вкусная.
Нет, рыбка вкусная. Что, косточка, что ли, попала? Держи. Телятинку. А Веня тут уже. В общем-то, у Вени и все. Держи вот там. По кусочечку, понемножечку. Ой, маслечко. А маслечко. Ой, какое вкусное. Сырок. Все самое любимое. Колбасочку. Ой, какой вкусный перекус. Ой, какой фуршет. И шампанского не надо, да? Ой-ой-ой, как вкусненько. Ой, как вкусненько. Все, сырочек только остался. Только остался, только не остался. Венза, ну тебе не стыдно? Буся, пока мы тут аккуратненько кушали. Веня, весь сырочек твой съела, да? Ничего не осталось. Венза, ну тебе не стыдно вообще так себя вести? Да, Лиза сказала за такие дела. Что? Да там пусто уже. Ты уж все слезала. Вот так, подружка. Крокодилушка. Ой, вот так. Такие делишки. Спасибо, что вы с нами.